Проверка системы оповещения, в частности, это обучение населения действиям по сигналам гражданской обороны. А сигнал «Внимание всем!» непрерывное звучание сирены – это как раз сигнал гражданской обороны. Действия населения по этому сигналу должны быть следующим. То есть человек должен как-то включить радиоприемник, телевизор на доступных каналах, да, соответственно, у нас Химках это 360, Химки СМИ, и послушать передаваемый диктором сообщение. То есть обязательно будет после этого какой-то, после срабатывания сирены идет сообщение.